Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о безопасности, о цифровой безопасности. С какого-то момента к аббревиатуре HTTP в адресе сайтов стала добавляться литера S, то есть Secure, безопасный HTTP. Но это есть не у всех сайтов. Для появления этой литеры сайт должен иметь SSL-сертификат. Сегодня речь пойдет о том, что это и где это взять. Если очень упрощенно, без SSL вы не сможете настроить HTTPS, защищенный протокол передачи данных от сайта к пользователю и обратно. Подробнее о настройках HTTPS мы будем говорить в следующем скринкасте, а пока о SSL-сертификате. SSL от Secure Sockets Level, уровень защищенных сокетов, это протокол передачи зашифрованных данных. По сути, SSL-сертификат — это что-то типа вашей индивидуальной цифровой подписи, точнее цифровой подписи вашего сайта. Сертификаты должны быть удостоверены центрами сертификации, услуги по этому удостоверению оказывают многие регистраторы доменов, хостинг-провайдеры и так далее, но за определенную мзду. Вот, например, расценки RU-центра. Как вы видите, цена начинается от 3600 рублей в год и доходит до 63 тысяч. Хостинг-провайдеры иногда включают SSL-сертификат бонусом к хостингу, но это обычно бывает на дорогих тарифных планах, поэтому сейчас мы попробуем сделать все бесплатно. И для этого воспользуемся сервисом Cloudflare. Не буду объяснять, что это, просто если вы не готовы тратить деньги на SSL, вам сюда. Итак, у нас есть сайт для тестирования всякого для теплицы. Сейчас он не защищенный, не надежный, и ему нельзя сообщать никакую информацию. Исправляем. Регистрируемся на Cloudflare. И добавляем сайт. Он начинает сканировать DNS-сервера. Вообще это должно занимать минуту, но то ли какой-то сбой, то ли еще что-то. У меня он делал это больше часа, просто не реагировал на кнопку Continue. Потом наконец реагировал, и вот следующее окно. Список name-серверов. Тут просто нажимаете Continue. Выбор тарифного плана. Нас интересует free, то есть бесплатно. Continue, и тут он говорит, что нужно вот эти name-сервера, которые сейчас прописаны по домену, поменять на вот эти name-сервера. Лишнее удалить, говорит он. Что такое name-сервера? Это сервера, которые перенаправляют посетители на ваш сайт, то есть они знают, где ваш сайт лежит физически. После того, как вы перепропишете name-сервера, а делается это в конторе, где вы покупали домен, я покупал в Reg.ru, туда я и пойду их перепрописывать. Процесс у разных провайдеров выглядит по-разному, но должно быть несложно. Если сложно, меняйте провайдера. Так вот, когда вы перепропишете name-сервера на Cloudflare-овские, уже Cloudflare будет направлять посетителей, куда он сочтет нужным, но уже по защищенному протоколу. При этом физически ваш сайт останется у вашего провайдера, вы также останетесь его владельцем, но кэшированные версии будут лежать на разных серверах, и доступ к ним будет определяться местоположением посетителя. Это так называемая CDN, сеть доставки контента. Итак, возвращаемся к Cloudflare и нажимаем Continue. Он пишет, что name-сервера обновляются, это может занять до 24 часов. Пока посмотрим основные настройки, которые есть на обзорной странице. Тем более, что это основной минимум, который вам нужен. А вообще настроек тут много. Итак, уровень безопасности. Можете выставлять разный, но лучше оставить средний. Естественно, если вас атакуют, нужно повышать. Далее параметры SSL. Подробнее об этом я расскажу в следующем скринкасте, но пока поставим Flexible, поскольку это не требует дополнительных настроек на сервере, но вообще выбирать нужно Full. Далее Development Mode. Это настройка кэширования. Если ее включить, то при изменении уже существующего контента он сразу обновляется в кэше Cloudflare-овских серверов. В противном случае нужны дополнительные действия. Ну и вроде основное все. А у нас прошло 4 часа, информация обновилась и сайт стал доступен по HTTPS. Сейчас еще не настроен редирект и он доступен по HTTP, но если зайти по HTTPS, мы увидим вот такую красивую зеленую надпись «Надежный». О дальнейших настройках Cloudflare и сайта, сделанного на WordPress для доступа по HTTPS, в нашем следующем скринкасте. На самом деле, даже если никто не вводит никакие данные на вашем сайте и воровать там особо нечего, все равно SSL дает определенные преференции. Считается, что защищенные сайты стоят выше в поисковой выдаче, да и у пользователей повышается доверие к сайту с зеленой надписью «Надежный». Поэтому, если вы не готовы тратиться на SSL-сертификат, подключите хотя бы Cloudflare. Это не совсем SSL, но значительно лучше, чем ничего. Все, любите друг друга, живите в мире проверенных веб-сайтов. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.